Привет, друзья и гости моего канала. Я думала, запись идет, лалы, а тут у меня все сбросилось. С вами открывала все это дело. А потом туда сумку-то начала ложить, я глянула, а там ничего нет. Вот, сумочку, короче, открыла я. Сумка вот такая, друзья. Светочка, огромное спасибо. Ох, какая она прочная. Вот эта ткань. Ткань вот эта очень прочная, а ручки какие прочные. Большая сумка какая, глянь. По магазинам вот так ходить. И удобная. Купил на плечо. Ой, Света, огромное спасибо. Вот это нужная вещь, чтобы на руках не таскать. Ты права. Ой, сколько конфет мне наложили. Это конфеты вон какие. А это тут что? А, тут мармеладки, наверное, да. Мармеладки вот какие. Лисичка улыбается вам. Ну, это тоже какие-то... Ой, арахис. Глазурь. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, милая ты моя Светочка. Вот это ты мне шоколаду прислала. Ну, одна сломалась. Ничего, я ее съем. 4 Аленки, одна сломалась. Она просится уже туда. Ой, вкуснятина. Ой, Светочка, конфеты, трюфели всякие. Трюфели. Баунти, Аленка. Ой, какие вкусные, а. Ой, это тоже вкусное, вот это, наверное. Ой, засыпала. Ой, Светочка. Ой, какие-то новые за родину, глянь. Я такое ни разу не видела. У нас нет такой за родину. Шпроты в масле. Вот это вкуснятина, картошечки наварить. Ой. Шпроты в масле такая вот, вкусные консервы, копченые. Ой, творожный сырок, Светочка, боже мой, ты просто меня завалила. Вкуснятины, а, это просто вкус. Еще один вам улыбается. Кусочки, арахис, ой, вот. Вот арахис вкусненько, все вкусненько. Ой, боже мой, Света, ты сыром меня завалила, сливочный, творожный. Боже. Конфеты. А, вот скоропортище, сейчас я все переживала. Сливочные сосиски. Ой, а у нас таких нету. Это ваши клинские. О, феста. Фетакса. Сыр. Боже мой, сколько сыра, Света. Ой, это что? Маздам сыр. Сыр Маздам, 2 упаковки. Ой, Светочка, огромное тебе спасибо. Еще это молочные сосиски клинские. Две упаковки. Ой, моя дорогая, это что, докторская? Тоже кваша клинская. Горки. Ближние горки кремлевская. Ой, Светочка, какие же ты расходы-то сделала, а? Света моя дорогая, мама Мия, Балтийский берег, где я работала. Красная. Ой, Светочка, какие же ты сделала расходы, моя ты хорошая. А это снова она, вареная, докторская. А это что? Паштет по-французски, фермерский. Ой. Паштет из индейки. Видите, какой? 2 паштета. Господи, Светочка. Ой. Вот это ты, Света, мне поприслала.
Я в шоке. Филе тунца желтоперого. Какой-то желтоперый. У нас рот такого нет. Шпроты. Две баночки. Или это не одинаковые? Ой, Светочка, боже мой, вот это ты мне столько поприперла. Это вообще... Ой, я в шоке. Гауда, ломтики, сыр. Махеев, кисло-сладкий, с перцем чили. Прелесть-то какая. Света, я в шоке, честное слово. Это сыр 3. Натертый уже готовый. Тертый сыр. Ой, я в шоке, Света. Мама мия. Ламбер сыр. Света, я в шоке. Сколько ты потратилась, а? Это снова форель. А это что было? А та что была? Не форель? Та форель. А это какая-то другая слабосоленая. Тоже форель. Ой, я не могу. Света, Света, милая ты моя. Вот это да. Охотничьи колбаски. Черный кабан, балаклейская. Вот это да, у нас такой нету. Какой-то черный кабан, не реклама. Вот это, наверное, хорошее будет. Ой, да тут все вообще замечательно. Такое все поприслала. Боже, боже, Света. Заправка для салатов ореховая. Майонез сырный. Мамочки, Света. Вот это да. Горчичка махеевская. Сырный соус. Это какой-то другой. Это вон какой-то, вон какой. Ничего разный. А, это маркет. Тоже орешки. Боже мой, а. А это рыба. Рыба это, да? Это рыба. И это рыба. Ой, какая прелесть, а. Вот это да, вот это, Света, ты мне. Я вообще, я в шоке. И это натертый сыр снова. Уже два таких. Ой. Мама мия. Два таких копченых, этих самых, как называют-то? Бекон сырокопченый. Ой, 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 ой. Такая милота. Горбуша. Горбуша копченая. Ой, Светочка. Но я не буду, друзья. Боже мой, у меня стол завален. Вы видите, это здесь целый магазин у меня скуплен. Но это, друзья, конфеты. Как вы видите, тут, наверное, с килограмм конфет. Веточка, огромное тебе спасибо. Я в шоке, я в шоке. Очень я тебе благодарю, Света. Очень тебе благодарю, Дима. И Света, и Дима, это муж с женой. Решили вот так вот, она говорит, тебя побаловать решили. Ни хрена себе побаловать. Полмаркета скупили. Огромное спасибо вам, ребята. Дай Бог вам здоровья, всего доброго, всего самого хорошего, счастья, мира в дом, благополучия, радости. От меня сердечная благодарность. Огромное спасибо, Света, Дима. Огромное вам спасибо.